Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Санш, и в этом видеоролике мы продолжаем рубрику прохождения различных карт. Друзья, не забудьте зайти в мои соцсети, а также поддержать меня. Все ссылки вы сможете найти в описании, как обычно, а также ссылку на эту карту. Ладно, поехали. Мы играем в карту под названием Block Escape Deltark. Deltark 5, ее создатель. Давайте начинать. Итак, это у нас первый уровень. А смысл карты в том, чтобы избежать из вот этой вот комнаты. Нам дано несколько блоков. Так, мы можем ставить, а вот ломать мы, кстати, не можем, да, их? Ладно. Это первый уровень. Выглядит, конечно, все просто, но... Ну, что вообще дано? Ну, из такого можно скрафтить доски и... А вот эти мы, кстати, скрафтить не можем, да? Ну, по сути, нам крафтить печку и все такое. Давайте сделаем вид пока что, что как будто бы вот не нужно особо присматриваться к блокам. Попробуем так пройти. То есть просто простроимся вверх и... ой. Я не все блоки использовал, извиняюсь. Так. Обратно перекрачиваем доски. Хорошо. Так, так. Строимся. Еще про блоков, хорошо. Это у нас уровень 2. Так, земля, строительные леса, красная мука, бамбук и ступени из булыжника. По логике, конечно, можно сделать сразу так и... типа забраться вот сюда, да, на бамбук. На бамбук забраться и потом дальше уже выращиванием бамбука. А нет, не хватает. Так, тогда можно сделать так, попробовать. Так, так, бамбук выращиваем. И да, надо было так, хорошо. Не знаю, сколько тут будет уровней, конечно, но ладно. Да, нам, кстати, тут дан сразу верстак. Мы можем скрафтить себе свечку и что еще? Блок медовых сот. Так, заброс дуба, свеча, липкий поршень и вот это, да? Поршень у нас, что самое главное, липкий, да? Так мы сделать не можем. А возможно, нам хватит уже просто свечки, не используя забор. Нет, не хватает. Так, первые сложности. Забор надо как-то еще запрыгнуть, да? У меня, конечно, там мысли возникают такие, то есть, типа, так, так, потом поршень, на него свечу и, типа... Нет, еще больше не хватает. Так, у нас свеча вообще какая у нас высота у свечи? Ни разу не проверял высоту свечи. Ага, я понял тогда. Хорошо, умно придумано. Так, то есть... Сюда свечу. Забор. Мы запрыгиваем на забор, поршень, медовые соты и... классно, великолепно. Так, твердолист, камень и... хорошо. Что можем... А тут нам верстака не дано, и мы скрафтить особо ничего не можем, да? Ну ладно. Я не помню, честно, пофиксили ли этот баг с дверью. Ага, ладно. Я понял, не пофиксили. Хорошо. Ну, очевидно, что должен быть баг с дверью, потом блок травы, на него твердолист, наверное, и... Так. Хорошо, нормально. И теперь... Кернадо, да? Есть, все. Так, пятый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вагонетка.
Как высоко-то? Так, выгоняйка, ящик шалкера и плита. Допустим, камень, допустим, плита и, допустим... Нет, он так не ставится. Ящик шалкера... Я вообще, то есть, типа, а блок боковой, его вверх поставить нельзя, да? Это не бочка. Так. Черт. Нет, шалкер не бочка. Ладно. Как они хотят, чтобы я наверх-то сделал вот эти вот рельсы, а? Автор, как ты хочешь, чтобы я сделал эти рельсы наверх? Нам желательно на вот максимально, как мы высоко можем, так и максимально высоко, короче, надо подняться. Окей, камень, плита, допустим, и ящик шалки. Ну давайте попробуем так. Так, и а как поставить рельс, интересно? Как рельс-то поставить? Так, интересно. А, хорошо. Я понял. Черт, не натягиваюсь. Там должна кнопочка забраться, появиться. А вот так просто мы не дотянемся, да, тоже? Так, надо... так. Так интересно сделать так, чтобы вот... Не такая быстрая реакция. Хорошо, возможно, стоит переключить настройки. Давайте попробуем снова так сделать. Не знаю, облегчит ли это ситуацию, но стоит попробовать. Да, блин. Так не работает. Черт. Ну, должно же получиться как-то, нет? Либо я что-то делаю не так. Хорошо, допустим, я что-то делаю не так. Но это вот максимальный подъем, который вот... Ну, который вот приходит на ум. Как еще можно... выше подняться. Так. Если допустить возможность того, что... Не, так, а все равно. Даже если я вот так поставлю, то... Нет, это не сработает. Так. Очень сложно, друзья, очень сложно. Я, кстати, а что если подождите, мне надо пройти эту штуку. Да, они ставятся так, допустим, они ставятся так, он меня приподнимает на 1.5 блока, да? Значит, в теории я могу сделать сейчас так, только не так, а в общем, надо каким-то образом поставить вторую эту рельсу и потом максимально высоко. И потом попробовать на нее запрыгнуть. Есть такая мысль у меня. Допустим, так. Так. Поднимаемся. Ставим вот сюда, например. Вот там вот сюда рельсы. Или так, или они так не поставятся. А, подождите, я все... А, блин, я их не так поставил, извиняюсь. Хорошо. Хорошо, друзья, это уже какой-то прогресс. Так. Потом так. Потом так. Надо поставить, короче, на нижнюю часть блока. Так. Потом... аккуратно на нижнюю часть... Есть, вот так вот я хотел.
А так вот рельсы не поставить, нет? Или поставить? Ага. И теперь вагонетку на них. А, ну можно и так, в принципе, да? Идти. А, блин, кстати, а там-то. Или подождите. Подождите. Еще. А, черт, она пропала. Блин. А как тогда? А как тогда? Если она пропадает даже. Нет, есть еще один вариант. Или не, нет варианта. Так, надо думать. Надо думать. Есть вариант туда ее как-нибудь поставить? Вот, нет. Или как? Подождите. Так. Так оно-то не ставится, да? Не дотягиваемся. Довольно-таки сложно, друзья. Довольно-таки сложненько, я бы сказал так. Ну, по идее, смотрите, если мы можем ее туда поставить, или мы уже не можем ее туда поставить. Стоп. Я уже пробовал переключить эту чувствительность камеры. Хорошо, давайте пока тогда вернемся сюда и попробуем снова ее туда поставить. Хорошо. Нет. Или да, или нет. Или да, или нет. Ну, это мало что меняет на самом деле. Честности ради. Нет, друзья, ну это максимально. Вот как мы можем подняться, вот мы максимально и поднялись. Друзья, извиняюсь, но приходится. Да, вот здесь я официально сдаюсь. Ладно. Давайте просто дружно представим, что мы выполнили это. Так, надо уже не переключиться. И, кстати, я задыхаюсь. А. Че, все, что ли? Ну, окей, карта была довольно-таки короткая, но очень даже занимательной. Ладно, друзья, а теперь... Ну, а на этом в таком случае все. Не забывайте тогда ставить ваши лайки, на мой канал подписываться и комментарии оставлять. С вами был снова я, Санж. Всем удачи и пока.